Привет! Не так давно, наверное, я поняла то, что путешествие – это одна из моих уже сбывшихся мечт, благодаря проекту, в котором я сейчас работаю. Потому что на отпуск нужно какое-то количество времени, согласитесь. Его нужно выбрать, его нужно выпросить, если так это можно сказать, у своего работодателя. Ну и, соответственно, как-то рассчитывать, потому что есть те отпуска, которые плановые, то есть если у тебя отпуск, скажем, там в январе или там в декабре, то, ну, не совсем это подходит, потому что все хотим отдохнуть весной, летом, да, хочется покупаться всегда, позагорать на солнышке, но наша основная работа не всегда дает такую возможность. Благодаря проекту, с которым я нахожусь и работаю, я могу позволить отпуск тогда, когда я захочу, и тогда, когда я спланирую. Вот это вот самое для меня такое неотъемлемое, наверное, одно из высших качеств и наслаждений, находясь именно в том бизнесе, в котором я сейчас есть. Вот. И что бы мне хотелось еще сказать. Всегда нужно разумно рассчитывать свое время, время отдыха, и наслаждаться теми красотами, которые дает нам жизнь. Самое главное – определиться, в каком ты месте находишься, и что ты для этого делаешь, чтобы качественно отдыхать вместе со своей семьей. А также в нашем проекте нас еще заставляют отдыхать, представляете, благодаря тому, что как мы потрудимся. И очередное плановое мероприятие уже по поездке достаточно скоро. Если хотите узнать подробности и как можно отдыхать не за свой счет, да, вот, то, пожалуйста, пишите, звоните, я отвечу абсолютно всем. Всем пока-пока, жду заявочек.